певица Диана Грудская вытащила счастливый билет, повстречав на своем пути Петра Кучеренко, который стал не только верным мужем для певицы, но и ее глазами. Петр буквально ходил за Дианой по пятам, сдувая супруги пылинки. Счастью Петра не было предела, когда артистка подарила им долгожданного сына Костю. Пара жила в согласии и строила планы на жизнь, которым не суждено было сбыться. В 2023-м Кучеренко не стала юному Косте, пришлось очень быстро повзрослеть. Молодой человек занял место отца в доме, став настоящей опорой для незрячей матери. Сегодня именно Костя всюду сопровождает Гурцкую. Константин, по неподтвержденной информации, ушел из школы, чтобы заняться делом всей его жизни. Молодой человек решил посвятить свою жизнь музыке. Он поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, чем не на шутку удивил родительницу. Сын Гурцкой вырос самостоятельным парнем. Константин жалеет маму, оставшуюся без мужа, отказывается от любой финансовой помощи. Думаю, мы еще услышим о талантливом исполнителе Константине Кучеренко. А что скажете вы? Пишите свои мысли в комментариях.